Всем привет, меня зовут Оля, и я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы с вами будем пробовать некоторые новинки от белорусских производителей. А именно, мы сегодня с вами попробуем от бренда Белор Дизайн базу под макияж, от бренда Рилуи тональную основу и лайнер для бровей и механический карандаш для бровей. От бренда Latouache мы сегодня с вами будем пробовать жидкие матовые тени. Я взяла в двух оттенках, но именно сегодня в макияже я использовала 803 оттенок. И также мы с вами попробуем от бренда Bernovich базу под спарклы и два очень красивых спаркла, один из которых сияет у меня на подвижном веке, и это просто нечто. Оттенки X49 и X04, и самое главное, мы сегодня с вами от бренда Luxe Visage попробуем вот эту вот всю красоту. Это бронзер и две пудры, сатиновая и матовая, и также карандаши. Я попросила мне взять 4 оттенка, я вам покажу все эти оттенки на губах, и мы с вами все это, конечно же, обсудим. Присаживайтесь поудобнее и начинаем. Приступаем с вами к макияжу, и первый продукт на сегодня — это праймер от бренда Белор Дизайн. Сразу же скажу, что у меня есть некоторая предвзятость к этому продукту, потому что когда я снимала свотчи, я поняла, что мне этот продукт 100% не понравится. Объясняю почему. По факту это что-то вроде чистого силикона, и схожие текстуры вообще-то есть у Белиты, и я их терпеть не могу. Потому что если вы переборщите с такого рода продуктом, у вас будут скатывания, у вас тон вообще держаться не будет, и будет эффект катка на лице. Здесь вот просто точно такая же текстура. Если вам нужна затирка для пор, есть у Luxe Visage и Рилуи, но вот этот продукт такое себе. Если вы все-таки купили его, то наносим в небольшом количестве и очень аккуратно. Я начинаю наносить с Т-зоны. У меня на лице есть уход и SPF. И аккуратно увожу на периферию. Суть в том, что нужно наносить вот просто минимальное количество, чтобы тон впоследствии не скатывался. Но в любом случае тон у вас очень хорошо держаться на этой зоне не будет. Особенно если вы перестараетесь, так как эта база не дает сцепкости, это чистый силикон. Эти базы хороши, если вам нужно подправить макияж, особенно стрелку. Но в другом виде, ну честно, оно того не стоит. Особенно с учетом того, сколько стоит этот праймер. По-моему, около 20 рублей белорусских, это у нас с вами получается около 6 долларов. То есть, ну, такое себе. Ну вот просто классический силиконовый праймер. Как пример, Белита, но стоит дешевле. В принципе, плюс-минус то же самое. По составу здесь на втором месте Диметикон, а на первом другой вид силикона, а здесь на первом месте сразу же идет Диметикон. А, кстати, вот второй, первый, вернее, силикон, который здесь на первом месте, вот здесь идет на втором месте. То есть, на мой взгляд, реально, оно того просто не стоит. Только начала краситься, уже успела проехаться по продукту. Ну, как бы, извините, но как есть. Переходим дальше и пробуем с вами тональную основу от Рилуи, которая называется Smooth Skin. Я попросила взять мне в оттенке 2. Не знаю, подойдет он мне или нет, потому что нынче я оттеночки подбираю наугад. Итак, в теории должен, на практике сейчас проверим. Я надеюсь, что здесь есть хоть какое-то покрытие, но это не точно. С оттенком угадала, покрытие легкое, поэтому мне обязательно нужно будет наносить консилер, чтобы перекрыть покраснение. Если у вас идеальная кожа, вам этот продукт понравится. Если нет, он вообще ничего не перекрывает. Конечно, можно чуть-чуть поднаслоить, и тогда будет чуть-чуть получше, и мы с вами увидим покрытие близкое к среднему, но все равно это не среднее покрытие. Так, что нам вообще с вами обещают? Что это увлажняющая тональная основа с алоэ. Хочу вам сказать, что если ее наносить на кожу, склонную к сухости, несмотря на то, что написано, что она увлажняющая, у вас могут быть проблемы. Потому что здесь такая очень легенькая текстурка, она не сильно жирная, она немножко такая водянистая. Ну, не вода, то есть что-то среднее, но когда начинаешь распределять, она как будто бы начинает слегка подчеркивать шелушение. То есть, на мой взгляд, это не тон на очень сухую кожу. Если у вас нормальная, даже на комбинированную, мне кажется, этот тон подойдет неплохо,
Вам понравится. Если у вас склонны к сухости, при хорошем увлажнении, в принципе, вам тоже понравится. Но если у вас жирная кожа или же наоборот суперсухая кожа, вам этот тон не подойдет. Вот, кстати, можно здесь вот обратить внимание, что тон сразу же распределяется неравномерно, а как будто бы цепляется за текстуру. Поэтому он окей, но у него есть нюансы. Мне тон по итогу не очень сильно понравился. Если вам нужно что-то перекрыть, его будет недостаточно. Если у вас идеальная кожа, вам нужно просто выровнять тон лица, вам подойдет. Потому что здесь покрытие очень легкое. Если у вас нет проблем с точки зрения шелушения, сухости и так далее, в принципе, тоже будет окей. Но если у вас есть хоть что-нибудь, он будет за все цепляться, будет все подчеркивать. Поэтому, на мой взгляд, нет, у них была схожая тональная основа. И, на мой взгляд, практически разницы нет. Но мы про это с вами поговорим в конце. Для того, чтобы выровнять нормально тон лица, перекрыть покраснение, я использовала вот эти вот консилеры. На зону вокруг глаз я нанесла подсвечивающий консилер от Luxe Visage в оттенке 11. Далее покраснение я перекрывала корректором, вернее, консилером Soft Focus от Belore Design. И также на область ничка, вот сюда, вот я нанесла консилер от Relay в оттенке 50. Это именно такой слегка персико-розовый оттенок, который отлично справляется с синяками. И вот сейчас по итогу лицо выглядит, в принципе, хорошо. Я перекрыла какие-то проблемы, потому что этой тональной основы недостаточно. А еще мне не нравится то, что она, ну, где-то на полтона, на тон окисляется. И этот момент стоит учитывать, когда вы будете подбирать тональную основу. Влезла в пасту силиконовую, так неприятно. Ну ладно, двигаемся с вами дальше, и мы будем с вами пробовать пудру от Luxe Visage. Есть у меня и блюрящая версия HD, и есть также у меня матирующая. И что мы будем с вами делать? Давайте я пока что нанесу с одной стороны подсвечивающую, с другой стороны матовую. Но по итогу, конечно же, на Т-зону я буду наносить именно матовую версию пудры, чтобы на камере это все выглядело адекватно. Если я на все лицо наношу подсвечивающую, именно в рамках видео, это выглядит очень не очень. Эти пудры по ощущению очень сильно похожи на Витекс, и мне кажется, что это один и тот же завод. Да, эти пудры тоже польского производства. У них очень-очень сильно похожая текстура. Отличается только упаковка. Давайте начинать с вами с матовой версии. Куда я делала хорошую кисточку? Буду наносить, конечно же, кисточкой. Если вы любите наносить пуховкой, пожалуйста. Я не очень люблю, потому что получается чаще всего переборненько. Так, набираю небольшое количество продукта. Ну так, в меру небольшое. Кстати, вот с такими вот дозаторами не выкидывайте пуховки, потому что иначе у вас пудра будет постоянно рассыпаться в разные стороны. Здесь очень мелкая текстура, мелкий помол, и пудра классно разлетается. Значит, она будет незаметна на лице. Начинаю с этой стороны. Офигенная пудра. Она хорошо подблюривает кожу. Действительно очень хорошо, ее совершенно не видно на лице. Кстати, сатиновую пудру я по итогу нанесу на зону под глазами в самом конце и по периферии, потому что я всегда так делаю. И за счет этого вы получаете такой естественный блеск, и кожа не выглядит супер жирной, она выглядит красивой, слегка подсвеченной. Очень-очень нравится. Давайте теперь попробуем с вами подсвечивающую версию. Говоря про нее, здесь нету крупных блесток, как это иногда бывает. Но я должна вас предупредить, что пудры с оттенками. То есть, если вы беляночка, есть вероятность того, что эти пудры будут на вас, ну, немножко темноватыми. То есть, этот момент имейте в виду. Кстати, вкусно пахнет. Наношу. Вот смотрите, она, кстати, очень темная. Мне кажется, что это заметно. Эта пудра гораздо светлее. То есть, да, ее, конечно, можно нанести потоньше, и тогда это будет не так заметно, но все-таки. Ее также не видно на лице, и она неплохо подблюривает поры. Но с точки зрения сияния, она вроде как бы сияющая, но не настолько, чтобы идеально фотошопить. И мне кажется, что видно на камере, что вот здесь как будто бы есть пятно. Самое, что забавное, это то, что большой разницы на лице нету. Да, есть разница в оттенке. Окей, мы это уже с вами заметили. Но эффекта именно подсвечивания вблизи, во всяком случае, нет. Возможно, на камере разница есть,
но в реальной жизни я ее не вижу. Двигаемся с вами дальше и будем пробовать новый бронзер от Luxe Visage. Мне показалось, что оттенок оранжевый, во всяком случае на сводчах он действительно оранжевый, но давайте посмотрим, как будет выглядеть на лице. В теории на мне он все равно, даже если он оранжевый, будет не так уж и плохо, особенно летом, но мне кажется, подойдет не всем. Да, он далеко не всем подойдет и понравится. Он оранжевато-красный. То есть этот бронзер будет хорош на теплый подтон, на нейтральный подтон. Все. То есть он вообще не нейтральный. Он именно такой красненький, тепленький. Кстати, на зайчика чем-то похож. Возможно, это что-то вроде а-ля перевыпуска зайчика. Так, у меня кисточка летит. Тушуется он хорошо. Выглядит на лице, в принципе, симпатично. Это бронзер со светоотражением. Пигментация у него достаточно легкая, и это круто. Потому что я из тех, кто предпочитает легкую пигментацию или же среднюю, чтобы никто не переборщил и не перестарался. Тушуется он очень легко, и мне нравится то, что он такой весь запечененький. И немножко есть такой намек на чуть более дорогие продукты. Очень красиво, легко распределяется, и он тоненько ложится. Мне понравилось. Выглядит очень красиво на лице и классно тушуется, классно распределяется, совершенно не пылит. Да, это оттенок не для всех, он с краснинкой, но он не уходит сильно в оранжевый. Хотя на сводчах он вообще-то выглядит очень даже таким ржеватенько-оранжевеньким. Но нет, на лице, в принципе, все смотрится достаточно неплохо. И из-за того, что здесь невысокая такая пигментация, вы можете проконтролировать и нанести так, что в принципе, он будет смотреться неплохо, даже в случае, если у вас очень светлая кожа. Вам просто нужно будет меньше наносить. В общем и целом, мне зашло. Сейчас я в фоне нанесу румяный хайлайтер. Я возьму румяный Бернович и хайлайтер. В принципе, Бернович, мы с вами будем переходить к бровям. Из продуктов для бровей у нас сегодня с вами на пробу. Механический карандаш от Рилуи в оттенке вроде как 01, блонд. И также маркер для бровей в оттенке также 01. У меня есть вопрос к маркеру. Почему он зеленый? Минуточку вашего внимания. То есть, да, в блонде действительно и в светлом русом волосе есть зеленый оттенок. И, в принципе, да, он по факту преобладающий, если так внимательно посмотреть. Но также есть и желтинка. И проблема в том, что иногда делают вот тупо зеленые продукты, либо же тупо желтые продукты. Привет, Белор Дизайн, оттенок 201, который жутко желтый, который на блонд вообще не подходит. Только если у вас очень-очень редкий цвет волос, который вот прям откровенно желтенький, но это безумная редкость, либо же у вас волосы так случайно окрашены, или же не случайно, вам просто так нравится. Но если говорить про реальные оттенки, это редкость. И равносильно как и зеленых бровей, зеленых волос, ну, в принципе, тоже нету. Поэтому я не уверена, что мне понравится лайнер, потому что цвет какой-то очень странненький. Но мне нравится то, что здесь кисточка, ребятки, здесь наконец-то кисточка, очень тоненькая, очень классная, и это здорово. Но что по цвету? Как они так сделали? Говоря про вот этот механический карандаш, по сводчам он мне не понравился, сразу же говорю, потому что он какой-то очень толстый, он плохо переносится, хотя нет, вроде сейчас рисует нормально. Возможно, у меня просто был кончик слегка подсохший, что тоже, в принципе, может быть. Также у меня есть еще один карандаш от Рилуи, который вышел тоненький, и от Vitex. И мы с вами будем их пробовать, но уже в следующем видео. Итак, начинаю со щеточки. В качестве фиксатора я возьму прозрачный фиксатор от Рилуи. Сегодня, во всяком случае, щетка здесь классная. Вот действительно очень хорошая. Момент истины. Пробуем карандашик. Я начинаю с основания. Кстати, вот здесь цвет норм, реально норм, действительно хороший блондик. Такой желтовато-зеленоватый, с преобладающей зеленью, но не уходящий сильно в зеленый. Кстати, и распределяется действительно карандаш хорошо. Вот здесь у меня было предвзятое отношение, и в принципе после нанесения оно начинает меняться. Немножко прохожусь по верхней границе, чтобы выровнять брови. Потому что у нас у всех с вами асимметрия. А зачесывать вверх именно фиксатором я не могу. Мне нужно использовать воск, чтобы хорошо зачесать вверх. И также немножко заполняю проплешинки. Ну ладно, здесь мы с вами пройдемся. У нас же еще маркер есть. И здесь пока оставлю тоже как есть, потому что у нас есть с вами маркер. Этот карандаш мне понравился.
Но он такой, на любителя, и при этом достаточно толстенький, поэтому мне кажется, он не всем зайдет. Карандаш апрофт, но не хватает немножко точилки, потому что кончик по итогу у вас сходит, и вы получаете достаточно такой толстый грифель, и, соответственно, если вам уже нужно будет что-то тоненькое прорисовать, у вас не получится. Поэтому было бы очень круто, если бы с обратной стороны они все-таки добавили точилку. Так, а куда я делала лайнер? Момент истины. Рисуем зеленые брови. Эх, ладно, зеленые так зеленые. Не зеленые, они становятся на бровях оранжевыми. Потрясненько. Ладно, окей, why not? Но они реально становятся коричнево-оранжевыми. Давайте я даже сделаю вот так. Но я это потом уберу. То есть, ну, это не блонд. Камон, это не блонд. Он должен быть светлее и должен быть без оранжево-коричневого. Этот цвет подойдет, если у вас темно-русый оттенок волос. Вот вам тогда, в принципе, он будет неплох. Но в случае блонда нужно быть чуть-чуть хотя бы посветлее. В блонд появился классный у Maybelline, но да, Maybelline, конечно, доступен пока только по Европе. Так. Посмотрим, окислится еще или нет. Поэтому пока оставлю как есть, потом, скорее всего, этилен я поубираю. Я беру свои слова назад. Лайнер по итогу очень даже толковый и красиво смотрится на бровях, но он подойдет не всем. Сам по себе оттенок достаточно темный, поэтому он подойдет на русый, светло-русый и, в принципе, можно попробовать на темно-русый цвет волос. Если вы вот прям блондиночка-блондиночка, если холодная блондинка, то вы вообще-то уберете, потому что это будет оттенок для вас. Если вы натуральная блондинка, не крашеная, не холодная, то вам нужен оттенок посветлее, потому что этот будет все-таки немножко темноват. Если у вас очень много своих волосков, как у меня, я бы все-таки тоже взяла оттенок посветлее, и для себя я бы выбрала оттенок посветлее, потому что волосков много, да, нужно что-то порой дорисовывать, но чаще всего нужно дорисовывать такой слегка пушковый волосок, чтобы не было переборно. Но вообще цвет нормальный. Хотя да, изначально, когда его наносишь, он кажется коричневым, каким-то слегка оранжеватым, но по итогу он фиксируется, смотрите, нормальный цвет волосков. Не рыжит, не уходит в коричневый, очень даже классно. И плюс здесь кисточка, он так классно тоненько рисует. Единственное, что он достаточно сильно пигментированный, поэтому если у вас тяжелая рука, возможно, будете перебарщивать. В вашем случае, наверное, Maybelline получше. Но если вы живете в СНК, конечно, с Maybelline нынче не очень все чудесно. Теперь переходим с вами к макияжу глаз. И у нас с вами сегодня есть на пробу. Матовые тени от бренда Letouache в оттенке 803. У меня также есть еще один оттенок, но мы его с вами попробуем в следующем видео. Кроме того, мы сегодня с вами попробуем два спаркла от Bernoulli, X04 и X49. 49, скорее всего, будет на подвижном веке, а 04 будет идти по нижнему веку, потому что это такой золотисто-зеленоватый спаркл, и как вы видели, по нижнему веку у меня будет зелененькая красота. Кроме того, мы с вами также попробуем базу под глиттеры, под спарклы от Бернович. И основной макияж я сегодня буду делать сегодня палетками Stacy Alix. По подвижному веку у меня будет фиолетовая история. Не факт, что я буду использовать вот эту палетку. Скорее всего, все будет сделано на основе вот этой вот, которая называется E22. По нижнему веку у меня будет идти зеленая история. И это тоже Stacy Alix. Палетка, которая называется, вернее, под номером E12. И таков у нас сегодня с вами план. Давайте начинать. Начинаю я с жидких матовых теней. Да, в чистом виде я их сегодня не поношу. Это значит, что у нас с вами будет дополнительное включение, чтобы протестировать, как тени ведут себя в течение дня, блекнут или же нет. И по факту сегодня эти жидкие тени у нас будут с вами в качестве подложки. Они по текстуре очень сильно похожи на Luxe Visage. Но, в отличие от Luxe Visage, там вышло около 20 оттенков. То есть можно выбрать что-то под себя. Из минусов наугад нужно выбирать. Единственное, что если вы живете в Минске, то в ЦУМе на четвертом этаже сейчас есть бренд Летуаш. Можно выбрать цвет. Я не знаю, представлены или же нет эти тени. Так, этот оттенок вообще супер полупрозрачный. Но мы посмотрим, как будет держать макияж в течение дня. Надеюсь, что будет. Этот цвет также сам по себе, знаете, на что похож? На 102-й.
от Люкс Визаж. У них тоже есть такой белесый, розовый. И вот мне кажется, что это практически один в один. Я взяла второй оттеночек чуть потемнее, поэтому мы посмотрим, насколько он сильно пигментированный. На руке пигмент, в общем-то, есть, но на подвижном веке, как и 102 оттенка, на мне особо этот цвет не заметен. Но он будет классно смотреться в случае высветления. Тушится, в принципе, неплохо, наслаивается хорошо. И в отличие от Люкс Визаж, эти тени не должны теоретически расслаиваться, потому что текстура все-таки чуть-чуть, но отличается. Мне очень сильно не нравится. Посмотрите на то, как сильно у меня слиплось веко. Эти тени настолько липкие, что они полностью не высыхают. И если я сделаю вот так, у меня веко цепляется за палец. С одной стороны, это неплохо, если вы хотите приклеить на эти тени какую-то блесточку. Если вы хотите уплотнить максимально цвет и хотите его приклеить. Но с другой стороны, вы не сможете носить эти тени в чистом виде. И если вы хотите растушевать что-то, у вас будет залипание и ваша тушевка будет грязная. Поэтому я, если честно, не знаю, что с этим делать всем. Потому что... будут пятна. Будут пятна, это значит, что надо что-то придумать. Но, честно, это просто какой-то шок-контент, особенно вот здесь, вот по этой части. Здесь просто какое-то кошмарище. В чистом виде эти тени, как я уже сказала, носить невозможно, поэтому делать никакие дополнительные включения не имеет смысла, потому что это просто бесполезно. И я, конечно, попробую в следующий раз второй оттенок, но мне кажется, что это будет ерундистика. Я пока попробую просушить эти тени пудрой со светоотражением, чтобы немного убрать липкость, чтобы у меня хотя бы тени тушевались. Да, в принципе, можно оставить вот здесь вот липкость, но чем черт не шутит, все, что мне не хочется делать грязную тушевку. А грязной тушевкой здесь очень явно попахивает. И, в принципе, после пудры неплохо, но вы, конечно, теряете цвет, да и, в принципе, оттенка не видно. Кстати, вот здесь вот вообще прям жесть какая-то происходит, и часть оттенка как будто бы перепечаталась с неподвижного века, вернее, с подвижного века на неподвижное. Короче говоря, это провал. Ну вот, у меня даже от шока камера вырубилась, поэтому у меня был очень маленький кусочек в не самом лучшем качестве. Давайте с вами начинать. И я набираю самый темный оттенок из палетки E22 и добавляю его во внешний уголочек и также во внутренний уголочек. Все это я пока делаю по верхнему веку, на нижнее я не лезу. Беру маленькую кисточку, это Рилуи 08. И припечатывающими движениями начинаю наносить тени. Ну вот, блин, эта подложка дурацкая, из-за нее теперь будет все очень кривое. И будут вот такие вот некрасивые переходы. Я, конечно, их попытаюсь полностью забить, но... аккуратно наношу этот оттенок и также немножко вывожу его в диагональ. Дополнительно поднабиваю оттенок, чтобы перекрыть вот эти вот косяки от подложки. Также наношу этот оттенок во внутренний уголок. И тоже наношу немножко в диагональ. Беру кисточку чуть покрупнее, набираю чуть более светлый оттенок из палетки и начинаю подтушевывать границу. И также добавляю этот оттенок по факту в складку века. И тоже аккуратно пытаюсь разбить вот этот вот косяк от подложки, потому что иначе здесь, ну, будут такие же дырки. Поэтому здесь важно попытаться забить этот неприятный моментик. Не факт, что выйдет идеально, но что поделать. Набираю чуть более светлый, такой слегка грязноватый розовый из палетки E23 и по чуть-чуть пытаюсь увести тушевку в кожу. Так, тут такой момент. Я не смогла забить вот этот косяк, и мне кажется, заметно, что здесь вот есть такие линии некрасивые, но я с этим, к сожалению, уже ничего сделать не могу, потому что тени попали в складки кожи, и все. И все. Как говорится, раньше надо было думать про это. В общем, испоганила я заранее макияж. Ну ладно, ничего уже поделать нельзя. Аккуратно начинаю подтушевывать и, в принципе, могу
помощью этого оттенка увести все кожу в кожу, но я, наверное, возьму кисточку, на которой остатки сатиновой пудры, вернее, пудры со светоотражением, и еще дополнительно потушую границу. Я очень надеюсь, что те чудесные люди, которые разрабатывали формулу Le Touache, очень долго икали, пока я пыталась растушевать этот глаз, потому что с этой стороны все было гораздо хуже. Видно, потому что я чуть меньше нанесла пудры, и здесь было столько залипаний, и здесь столько косяков. И если присмотреться, в принципе, они видны, но блесточка все скрывает. И вот мы теперь с вами будем наносить блесточку. Я беру базу под макияж от Бернович и наношу ее на серединку подвижного века. И вот поверх этой базы я буду приклеивать спаркл под номером X49. Он, конечно, просто бомбически классный. Мне он очень сильно понравился. Наношу изначально именно точечно в серединку и остатки приподнимаю чуть выше. Из минусов эта база растворяет оттенки. То есть, смотрите, я добавляю чуть больше, и матовые тени начинают сходить. То есть, ее лучше всего добавлять уже поверх блесточки, хотя не факт, что она не будет растворять блесточку. Но этот момент, конечно, надо будет протестировать. И я набираю спаркл плоской натуральной кисточкой и изначально наношу именно поверх базы. Но вот с точки зрения клейкости база хороша. За нее очень классно цепляются спарклы, и она очень интенсивно, вернее, спарклы очень интенсивно при этом начинают сиять. Обязательно наношу также чуть выше складки века и остатки немножко подтушевываю. Здесь обязательно я еще проработаю матовыми тенями и дотушую фиолетовый. Я, конечно, расстроена, потому что так долго делать макияж, это прям не мое. Очень-очень много косячков. Обязательно все подтушевываю. Теперь возвращаюсь к кисточке, на которой у меня остатки темно-фиолетового, вернее фиолетового. И аккуратно прохожусь по границе, немножко ее подтушевываю, чтобы не было резкого перехода. И сейчас я еще буду рисовать стрелку, которую я буду немножко подтушевывать темным фиолетом, то есть не вот этим оттенком, а цветом еще потемнее. Так, ладно, этот косяк, я уже с ним ничего не сделаю. Так, по-моему, выглядит очень, конечно, красиво. Спаркл клевый, он немножко дуохромит, не так ярко выражено, он вообще без базы, но он переливается из голубого в немножко такой легкий синенький, и также есть легкая бирюза. Очень красивый оттенок. Поехали рисовать стрелку. Изначально просто простраиваю направление. Обязательно его сразу же подхватываю тоненькой кисточкой. И вытаскиваю хвостик. Теперь сразу прорисовываю основание. Достаточно активно соединяю и прорисовываю основную часть. И тоже сразу же заполняю, пока никуда ничего не перехожу, потому что мне нужно сразу же будет тушевать, так как это гелевая подводка, и я напомню, что они сохнут очень быстро. Несмотря на то, что она у меня сейчас разведена дюралайном. Так, здесь есть косяк, его надо исправлять. Аккуратненько подправляю. Беру синтетическую кисточку и начинаю подтушевывать стрелку. Не стесняясь, тушую на объем, чуть поинтенсивнее, потому что этот переход я еще буду подтушевывать и дозаполнять более темным фиолетовым. Аккуратно с хвостиком, его я не трогаю. Беру кисточку поменьше и набираю темный оттенок из палетки E23 и добавляю его в переход. То есть это именно тот оттенок, которым я буду подтушевывать стрелку. И изначально я ставлю точку именно черный оттенок и по чуть-чуть начинаю подтушевывать и как бы соединять
с основным фиолетовым, чтобы здесь как будто бы стрелка растворялась в тушевке. Перехожу на нижнее веко, потом уже доделаю второй глаз. Перехожу полностью на палетку E12, и я начинаю с самого темного оттенка. Набираю его на кисточку чуть-чуть поменьше и добавляю его во внешний уголок. Теперь на кисть чуть покрупнее я набираю зеленый оттенок, прям оттенок зеленки, и добавляю его под радужку и также немножко подтушевываю темно-зеленый. Теперь набираю салатовый оттенок из этой же палетки и добавляю его ближе ко внутреннему уголку. Ближе ко внутреннему уголку и как будто бы слегка вдоль ресничного края я буду наносить оттенок 04. Я его набираю на хвостик вот этой кисточки, чтобы максимально тоненько распределить. Я начинаю нанесение от области вдоль внутреннего уголка и как будто бы слегка протягиваю блесточку. Так, тут надо немножко почистить и подраспределить блесточку. В принципе, этот цвет можно нанести даже, мне кажется, во внутренний уголок. Но внутренний уголок у меня, вернее, во внутреннем уголке у меня все равно будет идти стрелка. Сразу прорисовываю внутренний уголок, продлеваю верхний ресничный край и соединяю его с нижней. На нижнюю слизистую наношу салатовый каял от Essence в оттенке 32. Макияж глаз я уже доделаю в фоне, и давайте с вами переходить к карандашам от Luxe Visage. Я попросила мне купить оттенки 602, 603, 606 и 610. И давайте я вам сводчи всех этих оттенков покажу на губах. Начинаем с оттенка 602. Очень даже симпатичный оттенок. Он такой розовато-коричневый и при этом достаточно нейтральный. Он не уходит не сильно теплый, здесь нету ничего серого, здесь нету ничего фиолетового. И мне понравилась формула. Она очень такая мягкая, кремовая, сильно пигментированная. Если сравнивать со старой формулой от Luxe Visage, их именно карандаши в дереве, то вот эта текстура гораздо круче, потому что она мягче, она легче рисует и легче переносится. Я сейчас убираю этот оттенок, и мы с вами будем смотреть на оттеночек 603. Очень неожиданный цвет, потому что я думала, что он на губах будет вот точно таким же, но он абсолютно другой. Это холодный розовый. И если у вас холодный подтон, вам понравится. Более того, этот оттенок даже уходит в какой-то слегка лиловый. И вот на те самые губки, когда делают холодный контур и на серединку наносят что-то светленькое, вот этот карандашик будет самое оно. В принципе, цвет прикольный, он достаточно интересный. Но он абсолютно не выглядит точно так же, как на колпачке. 606 оттенок. И казалось бы, это тоже коричнево-розовый, но здесь также присутствует что-то фиолетовое. Поэтому, в принципе, на холодном подтоне будет смотреться очень классно. И тоже можно использовать для затемнения контура. На серединку добавить что-нибудь светленькое и будет симпатично выглядеть. Если сравнивать его с оттенком 602, то 602 какой-то чуть более нейтральный, и вот действительно розово-коричневый, в то время как в 600 чуть больше именно, во-первых, он темнее, во-вторых, больше в нем все-таки вот этой вот фиолетовой нотки. 602, кстати говоря, будет неплохо смотреться в принципе на теплом подтоне, потому что, несмотря на то, что на губах он выглядит на мне достаточно нейтральным, в нем есть легкое-легкое тепло, но оно еле заметно. Переходим к оттенку 610. Немного сомнительный оттенок, потому что он понравится далеко не всем. Он сам по себе достаточно интенсивный, темный, у него есть легкая розоватая нотка и в то же время есть легкая фиолетовая нотка. Схожий оттенок есть у Рилуи, но у Рилуи он чуть больше уходит в оранжевый, то есть у них будут разные подтоны. В принципе, выглядит симпатично, можно комбинировать с розовой помадой или же с какой-либо другой светлой помадой, можно также использовать этот оттенок с красной помадой, будет выглядеть тоже достаточно интересно.
Сейчас я доделываю макияж глаз, показываю вам результат максимально близко, и мы с вами поболтаем. Сегодня мы с вами будем обсуждать продукты по брендам. И для начала поговорим про базу под макияж от бренда Belor Design. Она мне совершенно не понравилась. Я тут уточнила, сколько стоит эта база на данный момент. Без скидок на сайте ОЗ она стоит 30 белорусских рублей. Сейчас она на скидках в момент записи этого видео и продается за 21. 21 рубль это где-то у нас с вами получается 6 долларов. Может быть 5,5 в зависимости от колебаний курса. 30 рублей это в районе 8 долларов. Я считаю, что этот продукт не стоит эти деньги. Это база силикон. То есть по факту вы наносите на лицо силикон чистый. И если вы хотите получить какое-то увлажнение, вам этот продукт не даст никакого увлажнения. Я изначально думала, что это больше база такая разглаживающая и увлажняющая, но когда я снимала swatch за сутки до съемки этого видео, я поняла, что это совершенно не так, и я была очень сильно расстроена этим продуктом. Схожие базы есть у Vitex, и не переплачивайте деньги. По факту это плюс-минус одно и то же. Это чистый силикон. Ну, практически, да, здесь есть еще не только силикон в составе, но суть не меняется. Если вы перестараетесь с такими продуктами, у вас будет каток на лице, тональные основы не будут держаться, они будут укатываться, скатываться, и, в принципе, все будет выглядеть очень печально. Если вы нанесете минимальное количество, то да, такие продукты разгладят вам текстуру кожи и сработают как затирка для пор. Но вопрос в том, а нужно ли вам это? Теоретически вы можете, конечно, этот продукт с чем-нибудь смешать, но я такие базы не использую. Но тем не менее, у меня стоит вот эта база от Белита, которая называется Blur Foundation, для того, чтобы почищать стрелки. Это просто обалденная вещь, чтобы чистить стрелки. Если вы где-то накосячили, берем плоскую синтетическую кисточку, набираем такую базу на руку, набираем немного продукта на кисточку и почищаем стрелку, потому что за счет силикона, силикон растворяет гелевые подводки, и вы получаете очень тоненькую красивую стрелку. Как база, на мой взгляд, стопроцентная нет, особенно за эти деньги. Единственное, за что вы здесь реально платите, так это за упаковку. Если вам нужен продукт внутри, возьмите билету, будет точно такой же эффект. Ну, пожалуйста, лучше не стоит брать. И если вы все-таки воспользовались такой базой, очень хорошо смывайте макияж, потому что иначе у вас могут быть маленькие проблемки. Далее давайте с вами поговорим про бренд Летуаж, и это еще одно разочарование этого видео. Матовые тени. Это просто да, сломана букву П, которая заканчивается буквой С. Потому что это ужасный продукт. Это просто кошмарнейший продукт. Как такое можно было сделать? Окей. То, что они не сильно пигментированы, я не считаю минусом. В принципе, тот же Luxe Visage в один тонкий слой не сильно пигментированы. И все зависит от оттенка. Я ничего против не имею. В принципе, цвета достаточно симпатичные. Мне они понравились. Но вы наносите продукт, он вообще не фиксируется, и где-то спустя 2-3 минуты он начинает склеиваться. И если у вас глубокая посадка глаза, если у вас есть какое-то нависание, у вас просто продукт склеивается и печатает друг на друга. То есть, ну как бы как, что это и что с этим делать? Если вы хотите использовать в качестве базы под макияж, тоже не прокатит, потому что я сегодня рисовала макияж долго. Реально долго. Я пыталась забить, заполнить вот эти вот неровности, то, как продукт неровно распределился, то, как он скукожил кожу в некоторых местах. И у меня этого, ну, как бы не получалось сделать. Все, что я смогла, вы видели на экране, в принципе. Да, я по итогу что-то смогла там растушевать, как-то это перебить, но я потратила время. Я потратила много времени, вот просто ни за что. Если вы все-таки купили эти тени, что вообще с ними делать? Приклеиваем на них блестки. Это единственный способ использования этого продукта. И то я не гарантирую, что у вас блестки не скатаются в течение дня. С учетом того, насколько эта база липкая и как она легко переносится с подвижного века на неподвижное, ну, в смысле, эти тени, я не уверена, что у вас, что, вернее, продукт даст, реально даст стойкость. Это просто провалы, это тени, которые идут сразу в мусорку. Я очень сильно расстроена, потому что я на них смотрела и думала, что это будет вариация замены Luxe Visage. И с учетом того, что в этой линейке огромнейшее количество оттенков,
Ну, я бы хотела, чтобы этот продукт был вариацией замены Люкс Визаж. Но нет, это просто провалище. Далее, переходим к бренду Рилуи. И тут тоже будет маленькое разочарование. Это тональная основа. Она мне не понравилась. Во-первых, тон цепляется за шелушение. Во-вторых, он не очень равномерно распределяется. Если у вас просто идеальная кожа, нету никаких шелушений вообще, то, в принципе, будет неплохо. Если у вас кожа склонная к сухости, сухая, вам этот тон не понравится, потому что где-то спустя час-полтора он начинает все шелушения жестко подчеркивать, несмотря на то, что вы пытаетесь нанести этот тон нормально, и когда вы его наносите, вы можете как-то снивелировать и сгладить шелушение, но со временем он все равно подчеркивает. У меня сейчас худшая ситуация вот здесь, где есть шелушение, потому что у меня здесь очень сухая сейчас кожа. Вот здесь все не очень хорошо. Я не знаю почему, но оказывается, что у меня здесь сухость, поэтому тон распределился здесь очень неравномерно, и он как будто бы какими-то хлопьями лежит по лицу. Дальше, в принципе, не так уж и плохо, с учетом того, что я еще дополнительно прибивала тон спонжа. Но нет, ну правда нет. Покрытие у него без покрытия. Ну, то есть оно очень легкое, вы можете попытаться немножко поднаслоить. То есть, если вам не нужно ничего перекрывать, в принципе, вам подойдет. Очень сильно похож на тональную основу вот это вот, который называется тональный крем с витамином Е. Правда, на лице очень они сильно похожи, но на мой взгляд, вот этот тон был лучше. Он меньше сушил и как-то больше увлажнял кожу. Также мне не понравилось то, что тональная основа окисляется где-то на полтона на тон. И ко всему прочему, второй оттенок красный. Я не знаю, как так. На камере сейчас кажется, что все идеально, но вообще-то он красный. И если пойти и посмотреть, как выглядит кожа при дневном освещении, она краснеет, притом очень сильно. И из-за этого я полностью снимала тон и на шею, и на зону декольте, и даже на плечи, потому что в реальной жизни разница очень сильно видна. На камере, да, она не очень существенная, но в реальной жизни все очень и очень печально. Я даже не знаю, за что этот тон можно похвалить. Подойдет, ну, на нормальную кожу, на идеальную кожу, на комбинированную можно попробовать, на жирную нет. Хотя, знаете, возможно, он даже и на жирную подойдет, смотря какая будет жирная кожа. Короче говоря, на мой взгляд, это категорическое нет и потраченные просто деньги. Далее. Механический карандаш в оттенке 01. Я думала, он мне не понравится. Скажу честно, я была к нему очень скептически настроена, потому что продукт вообще не хотел цепляться и переноситься. Но по итогу он раскрасился, и в принципе не все так плохо. Пигментация средняя, хорошо распределяется, в принципе неплохо тушуется. Но здесь очень толстый грифель, и из-за этого у вас не получится прорисовать какие-то тонкие линии. Очень сильно не хватает точилки. Если бы была точилка, это бы очень помогло, и можно было бы всегда подтачивать кончик. Цвет нормальный. Цвет реально блонд, притом красивый, не уходящий ни в оранжевый, ни в рыжий, ни в коричневый, как это часто бывает. И в желтый он не уходит, как это тоже иногда бывает. И не сильно в зеленый. В общем, реально хороший. Я дважды сказала реально. Как бы извините. В общем, очень хороший оттенок, правильный. Мне понравилось. Единственный минус я уже обозначила. Говоря про лайнер, мне понравился. Да, мне изначально не понравился оттенок, потому что на сводче на руке он очень сильно зеленит. Но на фоне бровей хорошо, действительно хорошо. Да, он такой прям зеленоватенький-зеленоватенький, но это такой правильный зелененький оттенок с легкой желтинкой, все как и должно быть. Этот оттенок подойдет на русый цвет волос, на светло-русый и на темно-русый. Если у вас пепельный такой русый цвет, который уходит именно в серость, вам не понравится, это не ваш оттенок, вам нужен какой-то более тауповый серый цвет. Этот именно вот на классический русый оттенок. Если вы блондинка, вам этот цвет тоже не подойдет, потому что он для вас будет очень темным. Если у вас, как и у меня, такая ситуация, что бровей откровенно много, но в нашем случае нужно выбирать все-таки чуть более светлый оттенок, чтобы не было эффекта перебора. Иначе можно немножко все-таки перестараться. В принципе, линии, которые я вот здесь прорисовала, они не окислились, они не стали оранжевыми, не стали красными. В общем, цвет остался вполне себе приемлемым. Хотя изначально, когда вы только начинаете наносить этот маркер, вообще на бровях кажется, что он
какой-то слегка коричневый. Но по итогу он фиксируется, застывает, и, в принципе, вы получаете нормальный человеческий оттенок. Мне также понравилась щеточка, очень и очень толковая. Ко всему прочему, здесь у нас с вами именно лайнер, а не фетровый кончик, который постоянно ломается. Но предупреждаю, что пигментация здесь достаточно высокая, и если у вас тяжелая рука, можно перестараться. Поэтому аккуратненько рисуем тоненькие легкие линии, чтобы не перестараться и не переборщить. В общем, мне понравилось. Так, Люкс Визаж или же Бернович? Бернович или же Люкс Визаж? Так, давайте, наверное, Люкс Визаж оставим на сладенькое. Поэтому поговорим с вами сейчас про Бернович. И для начала мы с вами поговорим про праймер под глиттером. Я бы вам очень хотела сказать, что это самый лучший продукт, который я когда-либо пробовала, что это лучшая замена NYX, но я вам такого сказать не могу. Основной минус этого продукта заключается в том, что он растворяет текстуры до, в то время как праймер под глиттера от NYX такого не делает. И вы можете его наслаивать сколько угодно, и поверх каких-то блесток его наносить, и все с ним будет просто прекрасно и замечательно. Здесь так не прокатит, потому что продукт растворяет тени. А это на самом-то деле очень неприятно и плохо. Это именно база не под макияж, то есть не под цветные какие-то тени, а под глиттеры. И она такого делать не должна. Да, она дает сцепкость, да, она дает липкость. И глиттеры действительно очень красиво поверх нее сияют и держатся, и они сразу же как будто бы перестают сыпать. Мне очень сильно нравится, как выглядит спаркл сегодня на подвижном веке. И частично это заслуга праймера. Но мне очень сильно не понравилось то, что когда я наносила этот продукт, он просто сразу же начал растворять матовые тени. Такого быть все-таки не должно. И этот момент, мне кажется, производитель должен был продумать и учесть. Я понимаю, что всегда можно поднаслоить матовый поверх блесточек, но все-таки, когда мы с вами изначально простраиваем форму, мы хотим сразу видеть красивую форму, и чтобы вот мы такие вот просто нанесли блесточку, она сияла, и не нужно было бы снова браться за матовые тени. Здесь такого не прокатит, здесь не просто желательно, а обязательно обратно браться за кисточку с матовыми тенями и немного их поднаслаивать. Надо бы вообще протестировать наслаивание. Давайте сразу же с вами это сделаем. То есть, условно говоря, у меня уже блесточки все отлично держатся. Я возьму какой-нибудь... А давайте я пальцем нанесу, но при этом праймер я нанесу кисточкой. Беру синтетическую кисть, наношу немного праймера на блестку. Но, кстати, вот блестку вроде как бы не растворяет, хотя это не точно. Набираю немного спаркл и пытаюсь поверх еще дополнительно приклеить. Потому что, например, фишка праймера от NYX – это то, что вы можете наслаивать сколько угодно раз. То есть вы нанесли блестку, нанесли опять праймер, усилили с помощью блестки и еще раз можете нанести праймер и еще раз усилить блесткой. В принципе, здесь то же самое можно сделать, потому что блестка дополнительно приклеилась и стала вроде как чуть поярче. Но все равно чуть-чуть, но подрастворяет, к сожалению. Как бы окей, но если у вас есть возможность купить глиттер-праймер от NYX, я бы купила глиттер-праймер от NYX. Говоря про блесточки, мы сегодня с вами в макияже использовали X04 и X49. Больше всего, конечно, мне понравился оттенок X49, потому что он безумно красивый, дуохромит и супер яркий, насыщенный. Мне нравятся спарклы Бернович, но у них есть, конечно, некоторые минусы. Я их люблю за то, что большой выбор оттенков, они очень красиво сияют на подвижном веке, и они очень устойчивы. Они сами по себе достаточно въедливые, и если вы их нанесли, то в течение дня они вам не должны сыпать под глаза. Но если они у вас посыпали при нанесении, хана, потому что они очень въедливые, и есть шанс того, что вы не сможете убрать эти блесточки. Лайфхак, как наносить эти спарклы? Берем ватный диск, подкладываем ватный диск, наносим спаркл и убираем в сторонку. Есть еще такой вариант нанесения. Наносим пудру поинтенсивнее, наносим спаркл и остатки, которые у вас посыпались, начинаем убирать. Но тут тоже есть такой маленький нюансик, что иногда отваливаются достаточно крупные спарклы, и вот их уже тяжелее убрать.
Говоря про минусы этих спарклов, они очень рыхлые, они достаточно сильно бьются, и если вы будете их с собой куда-то возить, лучше не доставайте их из вот этих вот упаковок. Они даже в этих упаковках иногда порой могут разбиться. И, например, оттенок, который мы с вами будем пробовать в следующий раз, он ко мне пришел слегка подбитый. И да, в принципе, можно слегка перепрессовать, но если вы достанете все эти рефилы и переложите в магнитную палетку, вы ничего спрессовать не сможете, у вас просто будет сияющая палетка. Вот и все. И еще из нюансов, вы должны понимать, что часть этих оттенков нужно набирать достаточно плотно набитой кисточкой, и когда вы их переносите на подвижное веко, их нужно как будто бы растирать по подвижному веку, потому что иногда они могут набираться отдельными частицами, и если вы нанесете их вот этими именно отдельными частицами, они вот у вас могут посыпать в течение дня. Поэтому важно именно растирать оттенок по подвижному веку. Сияет они очень классно и интенсивно, и ничем не уступают более дорогим текстурам и более дорогим теням. Люблю спарклы, но вот поменяли бы они текстуру, цены бы им не было. Если вы живете в Европе, у вас есть замена, это Sparkle Glam Shop, потому что они, насколько я знаю, производятся плюс-минус на одном заводе. Во всяком случае, на то похоже очень сильно, текстура плюс-минус одинаковая. Говоря про люкс-визаж, мы сегодня с вами попробовали 4 продукта, и давайте начнем, пожалуй, с пудры. Больше всего мне понравилась матовая версия пудры, потому что здесь относительно нормальный оттенок. Эти две пудры с оттенком, то есть они не на 100% прозрачны. Если у вас очень-очень белая кожа, то не факт, что они вам понравятся. Особенно вам не понравится сатиновая версия, так как она гораздо темнее по оттенку. И на лице это, в принципе, заметно, если вы перестараетесь с количеством продукта и нанесете сразу же очень много. Мне нравятся эти пудры за то, что они мелкие по помолу, их не видно на лице. Обе пудры блюрят кожу. То есть вы их наносите, и поры исчезают. Это офигенная текстура, это именно польский завод. И если вы пробовали вот эти мои обожаемые пудры от бренда Vitex, то мне кажется, что это плюс-минус один и тот же завод, исходя из текстуры. Они безумно сильно между собой похожи. Только у Vitex сатиновая именно пудра мне нравится все-таки побольше, здесь больше светоотражения. В то время, вернее, когда вы наносите сатиновую пудру от люксвизаж, ну, как-то сатина особо и не видно, если честно. На лице не видно. На коже, если вы делаете свотч на руке, то, в принципе, да, есть какое-то легкое светоотражение. Но вот у Витекс как-то светоотражение чуть побольше, и оно чуть более ярко выраженное. Если говорить про матовые формулы, мне кажется, что они плюс-минус взаимозаменяемые. Единственное, что есть небольшая разница в оттенке. У Люкс Визаж как будто бы есть легкий такой персиковый оттенок. За счет этого, кстати, будет немножко придавать эффект свежести на лице. А у Витекс пудра такая, ну, бежевая слегка. Хотя оттенок сам по себе на мне, конечно, он не виден. Но если вы вот супер-супер беленькая, ну, тогда я советую хотя бы посвочить, потестировать. Упаковки здесь тоже очень похожие, но диспенсер, вернее, дозатор у... Нет, диспенсер. У Витекс, ой, у Люкс Визаж, извините, он будет все-таки чуть-чуть получше, потому что там дырочки будут чуть-чуть меньше. И также из плюсов здесь есть пуховка. В то время как пуховки Витекс, насколько я помню, нету. И за счет того, что вот здесь есть пуховка, это будет препятствовать тому, чтобы пудра постоянно у вас вылазила. А давайте я еще дырочки проверю, насколько они похожи по размеру. Ну, просто так, на всякий случай. Я ошиблась. Это одно и то же. Это абсолютно одинаковая упаковка. Вот на 100% это одинаковая упаковка. Отличаются только крышечки. Вот и все. Поэтому я и говорю, что это плюс-минус одно и то же. Главное теперь ничего не перепутать. Окей, почему бы и нет? В общем, берите то, что есть, и берите то, что будет на скидку. Потому что мне кажется, что это взаимозаменяемые продукты. Пудра неплохо держит. Я ее, конечно, наслаивала, потому что я пока там рилс отсняла, пока отфоткалась, пока то да сё. Конечно, уже чуть-чуть начал себум вырабатываться. Для жизни выглядит нормально. Просто для видео это немножко переборное. И для видео лучше, когда Т-зона полностью матовая. Короче говоря, пудры толковые. Говоря про бронзер. Мне он тоже понравился. Я предупреждаю, что будут проблемы с крышкой. Как всегда, она у вас быстро отвалится. Слишком маленькое здесь крепление. Если вы будете постоянно открывать-закрывать,
быстро вы ее потеряете. Говоря про текстуру, очень мелкий приятный помол, чем-то напоминает уже чуть более дорогие текстуры, но я уверена, что кто-нибудь уже начнет сравнивать или уже начал сравнивать с Hourglass или же там Chic. Нет, здесь все-таки помол будет крупнее, где-то в раза, ну я бы сказала, в раза три, наверное. Но, тем не менее, это прикольный продукт, хорошая прессовка, продукт совершенно не пылит, отлично набирается на кисточку, суперски тушуется, выглядит очень тоненько, красиво на лице. Мне очень сильно нравится, но предупреждаю, что оттенок понравится не всем, потому что он с краснинкой. Соответственно, если у вас кожа очень светлая, вам не понравится. Вот 100% не понравится. Либо же наносите очень маленьким тонким слоем, тогда будет смотреться чуть более, во-первых, деликатно, во-вторых, чуть меньше будет заметна эта краснинка. Цвет чем-то похож на зайчика, но в зайчике все-таки чуть больше именно краснинки, плюс в зайчике чуть более была рыхлая текстура и набирала слишком много продукта. Из-за этого с зайчиком можно было легко борщинуть. Здесь у вас переборщить не получится. Здесь также есть светоотражение. И, в принципе, это достаточно деликатное светоотражение. Смотрится очень красиво. Мне понравилось. В принципе, очень даже прикольный продукт. И с учетом того, сколько он стоит, мне кажется, что очень даже достойно. Говоря про карандаши, любовь. Шикарные карандаши. Действительно, очень хорошие. Мне больше всего понравились оттенки 602, 603 и, наверное, 610. Меньше всего мне как-то 606 понравился. У меня, кстати, на губах оттенок 603, тот, который слегка такой серовато-лиловый, и я его скомбинировала с помадой, которую непонятно куда дело. Это Bare Minerals в оттенке Swag и блеск для губ Белор Дизайн, который у меня на Project Penny в оттенке 10. И, в принципе, очень даже красиво смотрится. Эти карандаши очень мягкие, сильно пигментированные, легко переносятся, легко распределяются, их можно наслоить. Они не подчеркивают шелушение, потому что они сами по себе достаточно кремовые, и когда вы их наносите полностью на все губы, они напоминают чем-то просто кремовую помаду. Но это восковые карандаши, поэтому они не будут супер устойчивы. Но, тем не менее, они будут безумно комфортные. Мне очень-очень сильно понравилось. Но я вас предупреждаю, что из-за того, что здесь очень такая мягкая текстура, которая легко переносится, скорее всего, расход будет выше, чем в классической линейке, которая выглядит следующим образом. И это абсолютно другая текстура. Здесь карандаши суше и тверже, в то время как вот эти вот прям крем-крем. Очень классная текстура. Мне очень сильно понравилось. И на этом у нас с вами, судя по всему, все, поэтому давайте быстренько посмотрим вечернее включение. Прошло 10 часов и время проверяться. Бронзер на месте и он не поблек. Брови тоже с ними все прекрасно. И лайнер держится, и карандаш держится, не уплыли, не поблекли. Все прекрасно. Блесточки тоже в прекрасном состоянии. И на удивление вообще ничего не скаталось. Ну вот здесь вот есть легкое скатывание, но это потому что база наша с вами в виде теней от Летуаш. Вот здесь вот хуже всего скаталась, и я не смогла ее нормально распрямить до нанесения теней. Блестки в принципе прикольно держатся. Да, здесь есть некоторые блесточки вот здесь вот, но это осыпание при нанесении, потому что я не подкладывала ничего. Говоря про тональную основу, сейчас спустя 10 часов она выглядит нормально после того, как себум начал вырабатываться. Но после припудривания она выглядела ну просто ужасно. Пудра, кстати, весьма ничего такая. Это вот все блестит. Вот здесь вот особенно, с учетом того, что я не припудривалась где-то уже, не знаю, часов 6. Я наслаивала пудру, она хорошо наслаивается, при этом она не заваливает ничего в текстуру и, в принципе, прикольно смотрится на лице. Я бы сказала, что она матирует где-то часов 5-6, дальше уже начинает такой нормальный блеск выходить, но это нормально выглядит, это не выглядит как жирный блин. И вот смотрите, спустя 10 часов все, в принципе, выглядит тоже адекватно. Говоря про базу под макияж, кстати, есть еще такой момент, что себум начал проступать вот здесь, но с этой вот стороны, вот эта вся область, она до сих пор матовая. Так, говоря про базу нашу с вами, в принципе, она неплохо разглаживает и в качестве затирки для пор пойдет, но вы должны просто контролировать, очень сильно контролировать количество продукта, который вы наносите. Губы. Карандаш, на удивление, это еще остатки.
Вот такие вот дела. Хотя сам по себе карандаш вообще-то восковый, а не гелевый. Касаемо сатиновых жидких теней от Luxe Visage. По ним будет отдельное видео. Я попросила купить мне все 6 оттенков, и я сейчас активно снимаю макияжи с этими оттенками. Нас с вами будут ожидать 6 макияжей с вечерними включениями, поэтому, как вы понимаете, это займет время немножко. Итак, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие продукты вы уже успели попробовать, какие вам понравились, а какие нет. Я надеюсь, это видео вам понравилось и вы нашли его полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр, желаем хорошего дня, отличного настроения и пока-пока!